Прощались с тобою, и в самом конце ты сказал, что он у тебя офицер, что он служит в железнодорожных войсках, и по тамбуру носит тебя на руках, и катает на поезде взад и вперед, и клянется, конечно же, если не врет, увести тебя прочь вдоль по рельсам стальным, далеко от меня, прямо в Крым. Спрячь свои деньги в нагрудный карман и слушай железнодорожный роман. Вот тогда мы не сможем друг друга обнять. Через пару недель ты забудешь меня, и запутавшись в сети железных дорог, ты не станешь читать этих ласковых строк, ты не станешь звонить, ты не станешь писать, ты сотрешь в телефоне свои мои адреса, ибо вместе с тобой офицер ускакал далеко от меня на Байкал. Видишь, твой поезд идет на восток, ты аккуратней неси кипяток. Каждый день просыпаетесь вы по утрам и идете на завтрак в вагон-ресторан. Он, задумчиво глядя в пустое окно, наливает в бокал твой сухое вино и неспешно тебе о любви говорит. А ланиты твои словно бы снегири, ты готова за ним полететь тот же час далеко от меня на Кавказ. И мне не стоит тебе говорить, что между вагонами можно курить. Все же как тебе нравится эта игра? Паровоз ваш в Тюмень прибывает с утра, и уже через день с нетерпением вас ждут Когалым, Нижневартовск, а также Сургут. Жизнь в дороге свежа, жизнь в дороге легка. Вас дорога связала теперь на века. Так что я остаюсь тут, а ты улетай далеко от меня на Алтай. Пусть поезд уходит в горящий зенит, но твой офицер, он тебя сохранит. Вы будете рядом, конечно, пока он служит в железнодорожных войсках.